Ну что, вот она моя красавица на боку лежит. Нижнюю сейчас ревизируют, вроде принципиальных ничего сложности нет. Ржавчин нет. Ну то, что было, это мелочи. Их подчищают там, где нужно. А так принципиально никаких листов не кладут, ничего. Подойдем поближе, посмотрим. Часа два, как они работали сегодня. Я пришел, на обед попал. Вот он все обрабатывает герметиком. Так как машина будет плавающей, все швы, все, что возможно, варятся. Но, как видите, ржавчин нет, ничего. Все чисто под крыльями. Все прошкурено щеточками и так далее. Все швы проделываются герметиком, потом еще раз будет проделываться герметиком, а затем будет краситься, торцеваться будет. Все будет проторцовано, так как машина будет входить в воду, не исключено, что и в море войдет. А соленая вода – это не дело. Ну, все бывает, поэтому нужно предусмотреть это все. Принципиальных, видите, ржавчин нет. Это все нормально. Вот то, что вот мы здесь порезали, это дело. Вот оно. Ну вот сзади все про... Видите, сварщик вчера все швы прошел, все без исключения. Вот здесь вот было немножко ржавчина, это вот часть. Вот это вот. И ее полностью, видите, обварили и заменили лист, и все. И нормально все. Вот так вот. Вот так вот обрезали. Для того, чтобы колесо выходило. У меня, в принципе, я буду немножко, это вот задний мост, немножко оттягивать назад. Колесо большое, оно будет выходить. Так что вот так. Вот. На боку лежит на одном. Мастеру так удобно работать. Я предложил полностью перевернуть. Он сказал, нет, мне так удобно. Бортик полностью приварен. Полностью. Все дырки, все, что были, все заделаны, без исключения. Все остальное, что есть, все будет пройдено герметиком. Сейчас главное под крыльями он сделает. Потом прокрасит. Вот. А у нас, как видите, немножко в боку снег пошел. Вот он из-под дверей цеха. Вот его занесло. Для нас снег — это радость для детей. У нас максимум 3-4 дня бывает такое дело. Ну вот сегодня, завтра, и все растает. А вот наша машинка. Опять вернемся к ней. Вот, что только здесь нет. И там сварочный стоит. Вот он, видите, баллон с кислородом. И кислород, и карбидная эта штуковина. И здесь полуавтомат стоит. И когда нужно будет, и когда... Ну, во всяком случае, еще не пользовались сварочным. Он везде есть, тем более здесь в цеху как раз это и делается. Вот пройдемся по цеху. Вон там сварочный аппарат стоит. Вот здесь вот. Токарные, фрезеровочные. Вот видите, они здесь вот будки такие собирают. Большие. Ну, там кислородный баллон сейчас. Нет, компрессор. Сейчас он будет опять его наладить. Сейчас будем этим делом заниматься. Ладно, спасибо.